Саша, глубинка, друзья. Они все слушают. Бам-бам-бам-бануло. Ты, разве так можно? Ты ж смотри. Взял этой вонючей ногой, блядь. Убил женщину. И всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем с вами пятничный стримчик, чисто на позитиве, по красоте, будем отдыхать, кайфовать и заниматься делом. Знаете, мышкой что ли надо? Просто как мышкой? Я, блин... Не, у меня ж нету трех рук. То есть вот этими ВСД ты летишь, здесь ты поднимаешься. А когда бомбу сбрасывать, ты руку, что ли, должен убирать и на мышки нажимать? Как так-то вообще? Я не знаю, я лечу-то еле-еле, блин, еще и на мышке что-то там нажимаю. Ну, вроде я что-то там взорвал. Вот, я так тебе скажу, ну... Ну, вроде почти сделал. Я не знаю, я же вроде там все практически лодки убил. Сколько там надо? Три их взорвать. Нахера вот это вот писать без конца? Дети проходили. Ну, что ты хочешь этим добиться? Сказать, что хочешь меня унизить или что? Какая у тебя задача-то? Если хочешь унизить, тогда тебя сейчас заблокируют и все, и что? И что ты этим добьешься? Того, что ты это пишешь, это как-то поможет мне пройти игру, что ли, или что? Мне никак это не поможет. Если хочешь помочь, пиши что-нибудь адекватное. А не херню всякую. Ну, если не стараешься... Ну, как ты можешь? Не стараешься. Хорошо. То есть ты хочешь сказать, что я не стараюсь, у меня вот прям цель просидеть сейчас 3 часа или 4 вот в эту миссию играть. То есть ты хочешь сказать, что я не хочу ее пройти, да? И вертолетик я не хотел проходить. Ну да, мне же так интересно одну и ту же миссию без конца проходить. Я же, блин, не стараюсь. Блять, как будто я не хочу ее пройти, блин. Не стараться, это значит не хотеть пройти. Я вот сейчас хочу пройти, и что? Что мне надо сделать, блядь, чтобы пройти? Хер пройдешь ее, блин. Да пиздец, ну ебаный ты нахуй рот, блядь. Заебала меня эта херня уже нахер. Сучка, блядь. Измывается, сука, надо мной, тварь, блядь. Извините за мат, все. Достало нахер, блядь, сколько можно измываться-то надо мной, а? Ёбаная ты сволочь! Thank you.
Ты измывается эта сучка надо мной и все. Да что там на Ютубе, как будто будет что-то у тебя показано, как это проходить. Там просто будут прямо лететь, сбрасывать и прошли, и все. Это игра, это не та игра, где есть стратки какие-то, есть какие-то там механики. Просто ты должен ровно лететь и ровно скинуть бомбу, все. Тут нет никакой там сверхзадачи, блин. Хороший ты человек. Не ведись на хейтеров. Как дело у Санька? Как бабуля? Бабуля очень хорошо, живет дома, очень хочет опять приехать в Петербург. Говорит, что Питер ей очень нравится. Но говорит, не дай бог ты мне снимешь квартиру не возле Невы. Потому что в своем этом сраном вагончике, говорит, рядом с поездами мне не надо. А так живет она очень хорошо. Классно все. Как у Санька дела, он мне не пишет, не знаю. И вот последний раз я ему звонил, говорю, приезжай, он не приехал. Было это 2 месяца назад. 2 месяца назад у него было хорошо все. Не знаю, может, когда-нибудь он ко мне и приедет. Спасибо. Ну, сейчас попробую я лететь, сбрасывать бомбу. Так а что, бомба не одна, что ли, в самолете-то? Ну, сейчас я попробую. А, хоть. Больше на бомбу-то нет. Да, блядь, ну как он управляется? Я нихера не понимаю с этим самолетом, ну и невозможно управлять. Ну, сейчас попробую я лететь, сбрасывать. Сука, ты можешь просто лететь прямо нахрен. Клавиатуру отпускаешь, он тут же вниз кроется. Да как мне бомбы-то кидать, блядь, у меня что, 6 рук нахрен? Сука, пиздец, это какой-то кринж, блин. Да, блядь, ёб твою душу-то, мать! Ёбаный ты, блядь, в самолете, как ты заебал, нахуй! Пиздец, это какой-то, блядь, ёбаный, нахуй! Такал, блин! Черт нахрен сломаешь, блядь! Я не понимаю, как на этой херне вообще можно летать, блядь! Это какой-то ебануться просто! Что это за, блядь, за... Пиздец, я не понимаю, как этой херней, блядь, управлять вообще можно! Я не знаю, как можно управлять этой хренью просто. Ты только отпускаешь кнопку, он у тебя тут же вниз кренится. Как можно скинуть бомбу, блядь, и одновременно что-то здесь нажимать? У меня же не 10 рук, блядь. Одни кнопки вот здесь, вторые вот здесь. И еще сброс бомбы на мышке. Ну, охуительно, мы сбрасываем бомбы. Чтобы так не сбрасывать. Хоть бы на пробел. Мяту. Вот такая тема, понимаешь? Я говна в тряпочку наложу. Говна в тряпочку наложу тебе. И подсосёшь. Вот, поэтому вот так вот, да. 3000 years later. Да, вроде да, можно на КТР сбрасывать. Да лети ты ровно, грёбаный ты мудаёбский самолётик, а. Ты уже, блин, выебал мне весь мозг, нахуй. Сейчас они опять расплывутся там. Ну, вроде пока не уплыли, хорошо.
Я не знаю, это им просто невозможно управлять этой херней. Это им парящим адом на крыльях ночи просто управлять невозможно. Я не знаю, как вот этим говном можно вообще управлять и справляться с ним. Когда-нибудь попаду в эту лодку. Лодка-пилотка. О, блин, пизда. Долетались, блин. Есть лодка, а есть пилот. Сначала уничтожь их лодки, потом их самих уничтожь. Если бы только лодки, блин, было бы не так уж и плохо.
Наконец-то, блин. Достала меня эта миссия, а. Ох, гаитянская мразь. Есть еще Panasonic 3DO. Вот. Блин, какая-то гадость. Что это за херня, блин? Ужасно. Это Panasonic 3DO. Нужно выиграть схватку. Если все гаитяне погибнут, мы проиграем. Вы должны уничтожить кубинцев издали. Вас не должны обнаружить. Я говорю, ни хера не понял, что я, блядь, там не так сделал. Ну, давай еще раз попробую. И, блядь, кубинцы. Где там кубинцы, где там рангаитяне, где там кто? Его знает, в кого там, блин, вообще стрелять, ни хера не помню, сейчас приду. Это что-то с чем-то вообще. Что-то страшное и непонятное. И что ли? Получно. Да правильно, вас там больно много, я считаю, что-то они какие-то это самое. Я уж сколько стрелял. А я стрелял. Не, блядь, так тоже не пройдешь. Надо, блин, с винтовки дрочить. Больно быстро они этих убивают, товарищи. План, конечно, хороший, но недостаточно. Но план хорош. Да вы чё, издеваетесь? Не, короче, на машину, блин, как только... Чуть что, надо машину сразу убивать, блин, с автомата или с пулемёта. Блин, много их чуть приезжает сразу же. Мой скафандр, это Александр. О, ёб твою мать! Вы это видели, сука? Я думал, он не заденет эту сраную лепёшку, а он так и задел. Ну это ужас. Не, я до последнего надеялся, что он не заденет лепешку башкой, он таки задел. Это не вот эти вот там, алло, привет, братанчик, подскакивай на вечерочек, у нас две девочки классные,
Будем кататься на Камри 3.5. Не-не-не, никакие Камри 3.5. Жигули, блин, Лада девяточка.